Всем привет! Сегодня хотел поделиться обзорчиком. Вот взял новый очиститель битума. Вот. Мне очень понравился. Не воняет и хорошо очищает. Где артикул? Вот артикул. Стоит копейки. Запах вообще, можно сказать, даже приятный. Вот я побрызгал. По таймингу можете посмотреть, сколько прошло времени. Вот. Надо чуть-чуть дать прореагировать. До этого я уже вам показывал очиститель Астрахим. Он тоже хорошо чистит, но он воняет очень. А этот прям вот испаряется, в нем или white spirit, или что там в составе. Ну, в общем, очень хорошая штука. И все, уже вот смотрите, уже потекло. Так, что с фокусом? Я даже не прилагаю практически никаких усилий. Я надеюсь, видно, как фокус сбился. Вот. Ну, где, конечно, вот такие вот штуки нужно будет, возможно, либо повторно, либо потереть больше. Я еще дополнительную тряпочку беру. Лучше использовать микрофибру, или лучше удаляет, меньше этих самых царапин оставляет, и в поры въедается. Ну, тут конкретно, конечно, битум садится. Ну, вот. Попробую. Хорошо здесь очистилось. В общем, в любом случае вещь хорошая, в том, что не имеет запаха практически и не вредит резине, в том, что он испаряется. Вот брызгаешь и он уходит сразу, но работает хорошо, поэтому прям рекомендую. Вот еще немножко дополнить видео нанес секунд 20-30 назад. Отлично вытирает. Прям вообще космос. Один из лучших, наверное, то, что я использовал. Запах, а то, что нет, это очень прям большой плюс. Ладно, буду работать дальше.